саговник или цикас. На латыни «цикас цирциналис». Это одно из самых древних растений на нашей планете, пришедшее к нам из мезозойской эры. Это когда бегали динозавры более 200 миллионов лет назад. Саговник – голосеменное растение, внешне напоминающее пальму или древовидный папоротник. И из-за роскошных раскидистых листьев этот вид ошибочно называют саговой пальмой. Ареалом произрастания является Австралия, Азия, Индонезия и Мадагаскар. Саговники – это двудомные растения, то есть на мужских экземплярах развиваются стробилы, проще шишки, с пыльцой, а на женских растениях вырастают семена. Порой величиной с большое куриное яйцо. В семенах и стволах саговников содержится большое количество крахмала, из них готовят особый пищевой продукт, называемый сага. Это крупа, в которой нет глютена. Зеленые молодые листья тоже едят, но они ядовиты, поэтому перед употреблением их долго вымачивают в воде. Кроме того, это красивейшее декоративное растение, которое достойно украсит любой интерьер.